Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Палыч. С ума схожу. Палычем зовут моего подписчика, точнее нику моего подписчика Палыч. А меня зовут Сашей. Я это на канале Князь, снимаю видосы. Уговариваю вас поесть пельмени, поставить княжеский лайк и, конечно же, подписаться на канал. Сегодня у нас роллинг на 66 тысяч самоцветов. Гильдия под названием Голдград. Дамы и господа, если что, вход в гильдию через телегу ЛЗАТ-17 или ГОПНИК-45. Если ищете гильдию, то берете, ребятушки, и вступается. Что у нас вообще по аккаунту? Что мы сегодня? Ну, 100 тысяч самоцветов доната только. Тут тут всякие халявы. Всякие халявушки. Так, окей. А, что у нас получается? Что, ребятушки? Голдград, да? Голдград. Голдград 586 тысяч силы. Что у нас тут? Есть ништяки. Значит, мы их сегодня откроем. А дальше. Что у нас тут? Какие недостающие герои? Ну-ка. Фанатик, все понятно. Мастер рун есть. Темный колдун, понятно. Вальтор, понятно. Механоид Альфа, понятно. А, мисс Магия. Что тут? Берсерк. Как же... Пепельная Матрона. Так, слушай, вождь Минотавров, сложновато сегодня будет. Ну, тем интереснее для нас. Мисс Магия, Берсерк и Пепельная Матрона. Приди, давай, погнали. Мисс Магия, Пепельная Матрона, приди. Малышник, тут герои сразу начали выпадать, возможно, это будет более удачный роллинг, чем прошлый. Пепельная Матрона, бац-бац, хлыщ, недостающий упала. Рыцарь тьмы. Нормально, нормально, идем, все хорошо. Все четенько, все замечательно. Все прям вообще огонь. Купидон, оборотень, королева змей, укоротитель. Слоты освобождаем, что ж тут поделаешь. Давай, ролим до 30 тысяч самоцветов, потом идем открывать ништячочки. Шаман, инженер, кристаллический эктоплазм, наемный убийца, друид, ледяной дьявол, ведьма-морозница, ангел, медуза, снайпер. Ну давай, ну что ты, а? Что ты, как ты? Давай ты, ну не отставай, Фрэнки. Новые герои! Сердцеедка, давай, 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 мисс Магия, приди. Мисс Магия и Берсерк. Нет, пришел скиталец. Фея и Гаргул, не то. Валентина, все не так, все не туда. Гаргул, медуза, призрачный всадник. Да, блин. Ужасно все. Так, ну ничего, мы смотри, что делаем. Мы берем... героиню под названием Пепельная Матрона. Пепельная Матрона. Заходим. 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 И в нее просто берем и все вбухиваем. Просто, грубо говоря, берем. Берем, ребят, и все вбухиваем. Оп, добавить. Улучшить навык. Ага. Чем мы? Предметы? Да, предметами. Бац. Хлыщ по красоте. Есть. Идем дальше. Не останавливаемся. Отлично. Так, 12, 14. Окей. Так, прокачали. Дальше. Заходим. Ваши подарочки. Открываем наши подарочки. Нет, не наши. И не ваши. А Палыча. Палыч, 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 Палыч. Извиняюсь, если что, вдруг с голосом не так приболел. Горло болит, в носу, сука, какая-то змея ползает. Непонятная вообще херня происходит с организмом. Говорить достаточно трудно и больно. Вот. Плохо, плохо, ребят. Но, надеюсь, будет лучше. Но плохо. Но, надеюсь, будет хорошо. Но так-то плохо. Но будет лучше.
я не знаю. Я схожу с ума, пока мы тут открываем эти ништяки. Можно было эти ништяки на самом деле вот и не открыть. Мне интересны другие. Ну, блин, мне просто надоело смотреть, как у других игроков становится все больше и больше ресурсов. А у меня их все меньше и меньше, понимаете? Понимаете? На это грустно смотреть. На это печально смотреть. Прям вообще не очень. Так, ладно. Набор почтения. Так, вот тут скиночки давай откроем. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, тут у нас что? Там больше карточки какие интересные. Вот что там с этой донатной картой выпадет. А знаете, что выпадет с донатной карты? Блять, у вас недостаточно места на складе. Да иди ты в пень. Давай отсюда что? Говно. Отсюда что? Мастер-рун у нас и так есть. А вот отсюда... Тут, знаете, интересно, выпадет ли дуэлянт или нет? Но выпадет, скорее всего, дуэлянт. Да, ребят, я оказался совершенно прав. Короче, зря я эту всю тягомотину открывал, потому что мест на складе стало меньше. Меньше. Давай еще раз откроем. И давай. А, не, ну а что вы хотели? Ребят, надо чистить склад, суккуб. А берсерк еще и мисс магии хочется, понимаете? Тогда, господи, что ты? Что мы тут самоцветов потратили? Сердцеедка, химера, мисс магия, дурында, выпади, леди Лео, горгул. Мисс магия, приди! Мисс магия, мисс магия, илмагио, илмагио, приди, пожалуйста. Нет. Печаль, тоска. Так. Так, качаем пепельную Матрону. Пепельную Матрону мы сегодня прокачаем. У нас остается 18 тысяч самоцветов. Давай, циклоп, дриада, ангел, тритон, череп. Ну, господи, 2020 год. Вот уже побрали космо. Вот убрали бы этих старых героев с роллинг. Мастер рун падает. Вы просто представьте. Мастер рун падает. Когда он и так есть на аккаунте. Когда это супер редкий герой. И вот когда он есть на аккаунте, он еще раз упадет. А вот мисс магия, да, и берсерк. Не упадет. Не знаю, это разве справедливо? Королева Оз. Да что с этими местами на складе? Меня просто выбешивает. Давай, давай, дружище. Господи. Мисс Магия, пожалуйста, приди. Капитан Рогатка. Атлантикор. Паладин. Ну, блин, я в шоке, что Мастер Рун выпал. Леди Лео. Да... Ворожей. Бугимен, бугимен. Давай еще третьего бугимена там сунул бы. Да, блин. Сердцеедка. Ниндзя. Господи. Одержимый. Смерть. Да. Да, ребят, кстати, если вдруг кто не знал, в конце этого видео покажется вот промокод, и вы получите пачку пельменей, выиграете. Вот, невероятной ручной сборки эти пельмени лепили маленькие гномы в Исландии, вот, под землей. 300 метров глубины, так что ищите эти циферки злополучные, введете их в специальном сайте, там у меня в Инстаграме, введете и как бы все, и получите невероятнейшие пельмени. Слушай, Роллинг, ну ладно, мы выбили пепельную Матрону, но, конечно, я тут просто немножко в шоке. Мастер Рун выпал, а берсерками с магией не выпало. Ну а что?
Да, не каждый день у нас суперудачные роллинги, да, ребятушки, не каждый день такое происходит. Бывает, что выходят и неудачные. Вот, еще раз прорекламируем гильдию под названием Голдград. Пожелаю вам всем огромнейшей удачи, всего самого наилучшего. Целую вас в помидоры. И всем пока. Жесть.